В США умер астронавт Юджин Сернан, известный как последний человек, ходивший по поверхности Луны. Он был вторым американцем, вышедшим в открытый космос. Именно его команда сделала знаменитую фотографию Земли по пути к Луне, на которой видна Африка и Южный полюс. За свою карьеру Сернан трижды летал в космос и дважды на Луну. В 1972 году он возглавлял последнюю миссию на Луну на Аполлоне-17.